Потушили на кораблике. Ну давай посмотрим, что там дальше пока. Все нет. Вот она. Кто-то, видимо, пытался что-то делать с этим зданием. Вот даже пластиковые окна ставили, но все разбито. Все что-то вот как-то машины перевернуты. Тачки перевернутые. Здесь, я так понимаю, это хайпа-хайпа происходит. И даже пляж похож. Да. Да, да, да. Точно. А здесь что, катание на оленях? Судя по всему, «Сияние Севера» какой-то дикий аншлаг. Домики такие, колдомики. Куда эта дорога идет? Да. «Сияние Севера». Куда? Мы же по этому мосту и ехали. А вот смотрите, кладбище еще кораблей. В общем, да, Териберка производит такое. Териберка — это прям тоска. Тоска, тоска. Это бомбочка. Представляешь, Саш, здесь люди живут. А здесь, видимо, тоже какая-то база. Ну, это летние домики. Ага. Вот тут дома с меткой оленя. Это, видимо, церковь самая старая, а возможно, действующая. Ладно, выезжаем мы отсюда. Уезжаем из этой трухлявой деревни? Да. Не нравится тебе? Скорее.
Ну, вон там какое-то здание. Ну, это, видимо, какая-то администрация. Да. Может быть, тут правда, что... Гостевой дом, ресторан, сувениры, норман. Норман, мурман, шарман. Ну, собственно говоря, и все. Все, пока, Териберка.